Приветствую вас, друзья мои! Для красного стручкового перца в Италии есть свое название – пеперончино. Конечно, родиной этого продукта Италия не является, он приехал в Италию из Америки вместе с Христофором Коломбом. Но пеперончино быстро освоился в итальянской кухне, уверенно заняв свое место во многих рецептах. Сентябрь – месяц пеперончино. Хозяйки заготавливают любимую приправу на год, в городе устраивают праздники и ярмарки, посвященные пеперончино. Предлагают не только подсушенный перчик, но и в свежем виде. А также можно купить кустик пеперончино, поставить на зиму на балкон и пусть себе растет. Хорошо, что в Италии зима теплая. Мы обычно покупаем пеперончино в свежем виде. Я его сушу, перемалываю. Кстати, а многие итальянцы предпочитают использовать в приготовлении блюд только свежий пеперончино или замораживают его. Так он вкуснее и придает блюду больше аромата. Пеперончино итальянцы обожают и добавляют его во многие блюда. Мы приехали на рынок на площади Дон Боско, а тут опять дегустация. Уверена, что многие из вас даже не догадываются, что это такое. Это калабрийская ндуйя, так называемая колбаса. Но ближе похоже на паштет. Раньше это была еда бедняков, так как в ее состав входит свиной желудок, легкие, пищевод, сердце, трахея, мягкие ткани головы, жир. Все это перемешивается, смешивается с солью и калабрийским пеперончино. Процент 50% мяса и 50% пеперончино. Формируется, коптится и выдерживается для созревания в течение нескольких месяцев. В наше время это настоящий деликатес. Достаточно чуть-чуть добавить ндуйя к блюду, и оно приобретет удивительный вкус. Ндуйя можно добавить в омлет, в соус, в пиццу, намазать на поджаренный хлеб – очень вкусно. Если в итальянских ресторанах вы встретите в меню ндуйя, знайте, это очень вкусно и остро. Любители остренького уверенно оценят этот деликатес. Смягчить огненный вкус ндуйя можно, смешав ее с рикоттой. Цена колбаски ндуйя – 2 евро 50 за 100 грамм. Мы купили немного ндуйя, сыра и решили обойти маленький рыночек. Маринованные артишоки, чеснок, перчик с тунцом. А здесь посмотрите, какое разнообразие оливок. Таралли – это что-то вроде наших сушек или бубликов, только в итальянские таралли добавляют всевозможные добавки или травы. Мне нравятся таралли с жареным луком. Хлеб с хрустящей корочкой, фокаччо. А вот так выглядит маленький рыночек со стороны. На этом наша закупка пеперончино не закончилась. Мы решили поехать в магазин Итали, где обычно докупаем острый перчик. А заодно покажу вам этот магазин, он может заинтересовать вас. Магазин Итали уникален в своем роде, потому что за один визит в этот магазин можно получить ответ на вопрос, что же такое итальянская кухня. Залы магазина разделены на секции, где представлены продукты, фрукты, напитки, сыры, паста, соусы. Есть винный отдел, мясной и рыбный. А также в магазине можно заметить карту Италии, разделенную на регионы, что помогает понять, где был произведен тот или иной продукт. Чуть позже покажу на примере. Это плод съедобного кактуса. Брать в руки его можно только в перчатках, очистить с помощью ножа и вилки. Очень вкусный. Но, думаю, баклажаны вам представлять не надо. Вот мы и дошли до отдела с пеперончино. Все виды и сорта перчика отличаются друг от друга. Размерами есть большие и маленькие. Формами стручка есть конические, изогнутые, круглые, цилиндрические, фонарики и цветом. Посмотрите, какое разнообразие цвета. Но самое главное, они различаются жгучестью.
острота, за которую, собственно, и ценятся эти плоды. Все сорта подписаны, а самое главное, в самом низу подписана шкала остроты каждого перчика. Самые жгучие перчики. Один перчик стоит 2 евро. Ну вот, перчик мы купили, а теперь давайте покажу вам магазин. Пицца с прошутто котто, артишоками и моцареллой. А эта пицца разрезана вдоль, а внутри мортаделла. Эта пицца с прошутто крудо, маринованными артишоками и моцареллой. Пицца, которая находится справа, с баклажанами, цукини и вялеными помидорами. В этом отделе можно выпить кофе или капучино и попробовать сладости. Итальянские специи, которые можно купить на вес, все они используются в приготовлении итальянских блюд. Пока поднимаюсь на второй этаж, покажу вам отдел с овощами и фруктами. Ох, как хочется все попробовать, правда? Но не обязательно все покупать. Достаточно обратиться в ресторан, и официант с радостью проведет вам дегустационный тур по выбранному вами региону Италии. Оплачивать будете в ресторане. Огромное разнообразие сыров от мягких до самых твердых со всех регионов Италии. А вот индуя, с которой мы начали сегодняшнее видео. Обычно ее упаковывают по 200-250 грамм. И обратите внимание на этикетки перчик. Идея этого магазина – собрать под одной крышей продукты со всех регионов Италии. Такие магазины есть во всех крупных городах Италии. В Милане, Генуе, Турине, Флоренции, Бари. А также такие магазины были открыты еще в Нью-Йорке и Чикаго. Хочется отметить, что сало в итальянских магазинах найти очень трудно. А тут посмотрите, даже ассортимент. Если проехать галопом по Италии, то вам не удастся попробовать и увидеть то, что есть в этом магазине. В одной деревне делают известную на всю Италию моцареллу, другая знаменита лучшим в мире оливковым маслом. Так вот, если вы зайдете в Италию, то 99% то, что вы там увидите, вы не найдете ни в одном другом магазине. Компания подписывает с производителями контракты. Поэтому то, что продается в Италии, продается только здесь и больше нигде. Поэтому сюда стоит приехать, чтобы поесть, купить гастрономических сувениров и просто поглазеть. Бризаула – это вяленое мясо. Мортаделла – это лучшая вареная итальянская колбаса, которую я советую вам попробовать.
каждом отделе проводят обычную бесплатную дегустацию. Попробовал, понравилось, купил. Не понравилось, пошел дальше. Италия – страна с замечательной историей, удивительной по красоте природы и превосходной кухни. Последним убедитесь в очередной раз, побывав в этом магазине. Чего здесь только нет, начиная с сыров, прошутто и всевозможных пицц, и заканчивая винами и пивом из разных уголков Италии. Рикотта и страчателла. Страчателла – один из самых моих любимых сыров. Страчателла – это ниточки сыра, которые находятся в густых соленоватых сливках. Сыр очень мягкий и нежный, настоящий сырный деликатес. Между покупками итальянцы останавливаются посмотреть футбольный матч, ведь они настоящие фанаты футбола. Кстати, ребята, этот магазин можно назвать отличным местом для приобретения продуктовых сувениров 100% итальянского происхождения. Это еще один повод приехать сюда. Здесь очень много продуктов уже в подарочных упаковках. Еще одна дегустация. Не стесняйтесь, если никого нет, подходите и самостоятельно отрезайте сыр. Чем больше крошится сыр, тем дольше у него выдержка. Мне нравятся выдержанные сыры. Пиво здесь огромный ассортимент. На карте Италии выделен регион, где производят то или иное пиво. Цена за штуку и упаковку. Отдел с оливковым маслом, в центре зала растет оливковое дерево. Тут же можно и продегустировать оливковое масло. Трехлитровые и пятилитровые канистры масла. И, конечно же, огромное множество томатного соуса и пасты.
Чем вам не подарочный сувенир? Пасту изготавливают из разных видов муки, даже из чечевичной. Точно не считала, но мне кажется, больше 5 стеллажей только с разнообразными типами пасты. Вот как раз паста с чечевичной муки. Именно этот тип пасты я покупаю для приготовления пасты с брокколи. Поднимаемся еще на один этаж. На этом этаже находится ресторан, рыбный, мясной и винные отделы. Мясо вам отрежут любой ширины, а если хотите, нарежут и на маленькие кусочки. Огромный винный отдел. Да-да, ребята, вы не ошиблись, и здесь проходит дегустация. На карте мы видим, где выращен виноград и где было произведено вино. Il vino sfuso – это разливное вино, его тоже здесь можно купить. На ценнике указано название вина, цена и сколько градусов, а в эту тару вам нальют вина. До магазина Italy добраться очень просто. Вам нужно сесть на метро линии B в направлении Лаурентино. Выйти на станции Пирамиды. Не выходя на улицу из метро, вы должны увидеть указатель, как пройти к этому магазину. Он находится в 750 метрах от метро. Работает с 9 утра и до полуночи. А я на этом буду прощаться с вами. И до новых видео, друзья! Thank you.